У меня есть для тебя подарочек. У меня есть для тебя подарочек. Какой? Чувак! Да что? Опа! Что? Тихо! Ой, чувак, а что это такое? Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе. Прямо сегодня будет ваша любимая рубрика «Покупать скины, из которых меня замочат». Но против меня специальный гость по имени Шляпита. Поздоровайся! А где такие гости, не понял? Ха-ха, Шляпита на проводе! Слышь ты, я сейчас тебя заставлю каждый раз буду с***ером Питагов, на***. Извиняйся. Ого, не-не-не, подожди, какой у тебя сейчас скин? Да дешевый? Блин, я не знаю, не, ну слушай, ну косаря полтора, наверное, я взял так по приколу. Сколько? Полтора косаря? Ого. По приколу взял побирать. У меня тиммейты такие мощные молики кидают, а ты где? Я тут, оп, одного забрал твоего типа. Да, за моего типа, сейчас за моего типа ты ответишь. Давай, а стоп, нам надо дефьюзить. Нет, 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 нет. Это ты, бро. Нет, чувак. Братишка, ты лежишь, спишь. У тебя G22 Nest был? А, не помню, косаря 2, наверное, он стоит, если я один. Мама дорогая. Не, ну это перебор. Братик, не расстраивайся. Погнали покупать. Косарь больше, косарь меньше, ничего страшного. Что? G22 Nest 950 голдишки? Чего? Окей, я купил. Учила ник, я со стрима, кстати. Да, классно ты со стрима. Окей, погнали покупать дальше. Окей, все, я еще так запотел. Я говорю, готовься, я тебе челюху вынесу. На пепу отвечаю, братва. Прожмите лайк, и мы еще вынесем всех. А можешь сказать, куда ты пошел, чтобы я сразу знал? Окей, я говорю, я как мужчина, говорю, я нахожусь возле клумбы. Клумбы. А это ты был? Не. Это ты был? А, это не ты, блин, я хотел сказать, по-нащанский. Ну, брат, для счастья, это играл? Чувак, меня замочил, ты где тропик, подписчик? Фу, чувак, что за скин? Это рандом, подожди, это рандомный тык 9? Блин, там же есть дорогие тык 9. Идемте покупать, окей? Ну что, мужики, рандомный тык 9 и... 23 голдишки. Шиназис. Я знал, что я везучий чел. Все, братва, погнали обратно в катку. Блин, а как это мы проиграем нашу команду? Чего такие жесткие? За какой-то кибер играет в команде? Да, его зовут Тик-Так. Да, конечно, Тик-Так, ты еле в ДКД вышел. Давай. Ты видел? Ботера. А, братва, в три ствола мочим. А где все? Где все? Где все? Ты где? А ты где? А ты где? Я. Вот я! Вот я! Я тебя 1 хп оставил, чувак! Подожди, а ты играл или мне показалось? Потому что когда перхоть пролетала. Перхоть с той головы пролетал, когда я его нахлобучивал. Смотри! Что ты творишь, голова? Чувак, это кирголд надо покупать, алло, значит. Подожди, мне же ничего не надо покупать, если меня свой замочили. Кирголд, алло, кирголд. Ну пусть подписчики в чате напишут, на будущее будем знать. Братва, напишите в комментариях. Смотри, какое будущее. На! Да как? Смотри, какое будущее. На, покупай не балу, 2К. Как? Чего? Косарь 800? Окей, окей, купив, все, базаразира. Блин, ну это прям очень дорого. Все, ребята, теперь максимально сейвлю. Мои тиммейты жестко выиграют, ты посмотри. Чувак, у меня в тиме боты какие-то. У нас чел 0-4 играет. Знаешь, что у вас главный бот? У вас главный бот, там чел на втором месте играет. У вас тоже. А, у нас вообще, команда ботов какая-то. Окей, все, поехали. Я говорю, я как мужчина, тебе говорю, я буду возле клумбы снизу, под апартами. Как мужчина. Ломим голову. Ну, раз, забрали такое. Одного. Ай! Больно? Больно? Забрал второго! Опять игр таких. Вода забрал. Вот у тебя в трусах. Все, братва, погнали покупать. Нет. Ну как я все время сливаюсь? Окей, погнали дальше. Ладно, все, братва, поехали. И хэштег запотеть. Блин, 3-2, я уже сколько скинов купил. Че, посмотри на последнем месте, какого типа аватарка у меня. Нет! Да блин, опять! Это ты был! М4 Pixel Storm. Не, мужик, я говорю, ты просто нормально, это самое разорительное видео за всю историю этих видео. Тик-так, как же сильно я тебя люблю. 835! Я не могу смотреть на эти цифры без слез. Все, погнали обратно в катку. Давай, я тебя жду снизу, под апартами, в нашем любимом месте. Как мужики, раз на раз надо выскочить. Давай, я там напержу. Давай, я тоже. Напердел. Так, кто нам там флешка? Тихонько. Я тебя жду. Мой маленький, мой сладенький. Ай!
А вот он я, Леша! Алло! Подожди, а ты играл или мне показалось? Да алло, блин, я не мог понять, где ты, я хотел тебя убить. Да ё-моё! Смотри. Чувак. Да, да как? О-о-о! Нет, прошу, да я, да я! Чувак, да я разфьюжу скины, смотри! Кирголд у меня! Да я разфьюжу! Ты посмотри, у него 3 хила, он выше, чем я в статье! Слышь, ты, дно! Он просто диффузит больше, чем ты постоянно! Чел просто диффузит и все. Ладно, все, мужик, давай, вот так играем! Вот так ты сейчас хорошо идешь, вроде не давай. Давай, давай, сейчас буду сносить кабины вам. Кабины? Ты посмотри, чтоб тебе кабины не снесли случайно. Говори, где ты сразу? Я на миду, как мужчина тебе сказал. Ай, флешка, ничего не вижу! Бум! На! Сюда! Я запретки не говори. Я сказал блестяще. Лежать пыль! Да как? Ай, блин. А сейчас буду заруба один в один. Мой тиммейт против твоего тиммейта. Ну, понятно. Я не буду. Клач! Давай так, встречаемся на нашем любимом месте снизу под апартами. Давай. Как настоящие мужики. Готов? Давай, давай. Ну, ты где там? Ну, и тебя там нет. Я прошел. Тебя там нет. Вот сюда прошел! Тебя там нет. Вот сюда прошел! На, двоих забрал ботов! Если мужчина высунется в окно. Ай! Ты забатил! Не, чувак, да я разфьюжу, ты надоел! Да полетай мне! Надо под них было этот молотов кидать. А, блин, жалко не было. Слушай, нормально, ребят, пока что уверенно идем. Я даже ничего не покупаю, я так рад, и мы даже побеждаем, ура! Да, 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 че, готовься. Я всегда готов! О, у меня в руках скин за 100к. Блин, сразу вспомнил песню про этот. Я всегда готов. Сразу. О! Ой! Ой! Акерта Кинг! Сразу. Ой! 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 Да ты надоел! У него полная хрень была в руках. Окей, идемте опять покупать. Окей, опять! Ну опять, этот вонючий скин! Купив. У нас какой-то флюкс 52, жесткий чел. Так, мужик, ну ты где там? Давай на нашем месте встречи, как обычно. Наверное. Раз, есть. Ах, ты крыса! Чувак, ты крыса! Вроде, не стреляй за предки. Минус 2. Это вы играете? Пыль! Я хочу ей сдать, дайте мне! Ладно, это бот он сольется. 3! Я дефьюжу! Дайте я раздефьюжу! Да! Я дал эйси, я раздефьюзил! Это имба. О, на первое место сейчас вырываешься. Я в лидерах! Оу май! Да как? Ой, это жесткач какой-то! Это называется хэштег ты дно. А теперь смотри, на что я способен. Сначала ФК стоял. Смотри, смотри. Сначала ФК стоял. А, там никого нет? Пацаны, дайте я развяжу, братух. Да я. Мне Киргол, Киргол, да я развяжу. У типа 1.12, ты понимаешь, 1.12. Ну нормально, он старался, ну не надо на него кричать. Каждый играет как может. Он не играет, он вообще не может. Ребята, ну мы перемещаемся в каточку номер 2. Здорово, это я, Кент АПК. Есть важная инфа. Ну ты по-любому пишешь мне в комментариях, Кент ПЖ до голдишки. Братик, зачем тебе у меня ее просить, если есть выход? Это был дропчик. А был дропчик, это топовый дропчик. Короче, братан, рассказываю. Там вышла крутая обнова, добавили хомяка, теперь не надо тапать телефон. Тапай был дроп. Также добавили новые кассики. И, конечно же, ребята, надо бить мегалодон и получать топовый дроп. Ну и вот вам такие небольшие подарки. Сундучок, энергия, дополнительный процентик. Все нужно ссылочки снизу, жду тебя. Let's go, let's get it! Вот is the name, my dear friend. Какие гири, что ты несешь? Вот is the name. Who are you? Ладно, все. Я тебе говорю сразу, я сейчас тебя выношу жестко. Без обид, без обид, но будет минус кабин. Я выношу тебя ногами вперед. Кстати, мы ни разу не играли на карте Сакура. Тише, там этот чел в пикселе сидит. Да дайте я его замочу. Она наш! Чувак, у тебя в команде одни боты. Тихо, где ты? А где ты бот? А где? А я тут. Нет, не говоришь, что ты справа, не говоришь, что ты тут, я тебя умоляю. Нет, это я! Жить вас вонес! Это фиаско, это фиаско. Какие боты, я не могу. Ну почему у ТикТака только дорогие скины? Пожалуйста, объясните мне, пожалуйста, почему у него только дорогие скины? Ну почему? Косарь, целый косарь. Все, давайте, ребят, обратно в катку, let's go. Так, ну чё там, вроде-ки, давай. У меня есть для тебя подарочек. Какой? Очень хороший. Надеюсь, мы с тобой в одну сторону пойдем. А, не, чувак, я манал, я тебя лучше обойду. Давай. Я ман... Чувак, да что? Опа! Что? Ой, да
Какие братва? У меня боты в команде задифузили. Идемте покупать. По поводу Диглау Рейд, он стоит прям овер дорого, но я не могу слиться, у меня таких вариантов нету, поэтому смотрите, что я сделаю. Я, ребятки, продам мой Кер Голд и сделаю Немоскрафт у меня в ТГ-канале. Пожелайте мне удачи. Ты понимаешь? Я играю в пол КД. Так, ребят, надо собраться. Все. Больше. Сливаться. Нельзя. Все, нельзя. Я запрещаю. Любишь скин Небула? Ай! И люблю, люблю. Мне в яичко кто-то стрельнул. Ничего, второй есть. Это ты? На! Я по всем попал по одному разу. Подожди, ты дно. Я был как Гранатыч. Закинули туда меня. Я уверен, тут твой тиммейт, уверен. Давай. О, он сзади был все это время. На! Ты видел, что я дал? На! Блин, у меня боты в команде, чувак, это трендец. Прошу, успей, умоляю, успей! Секунда, давай! Ну как? Там не хватило просто доли секунды. Чувак, у меня боты в команде, какие секунды? Ну нормально, ну боты, и что дальше? Три бота в команде. Чувак, ну здесь карта тяжелая на самом деле, у нас тяжелая позиция. Ха-ха! Чувак, ты сейчас серьезно это говоришь? Тяжелая позиция. Давай, вот, бот, погнали. Бот. Ну окей, поехали. Бот. Эй, ботиха, как тебя зовут? О, мне кажется, сейчас будет минус 2. Богданчик, давай. Проходи! Я бегу за чем, который говорит 0 на 3. Он, короче, будет как приманка. О. Приманка, беги! Ребята, это приманка. О! Да как? О! Минус 3. Я в шоке. Минус 3. Нормуль, братишка? Обалдеть. Мужик, ты как это делаешь? Чувак, про гейминг. Еще один скин. Дзынь. Ну, вот так вот. Так, все, пацаны, все, больше не покупаем. Я говорю, я собрался. Братва, команда! Команда. Бля, я смотрю, это Богдана. Какая команда, чувак? Там команда ботов у тебя. Команда. Ты чел, чувак, просто берет мне скины и скидывает. Ладно, давай поменяемся. А, нет! А, нет! О! О! Фу. Блин, я того успел забрать. Фу, чувак, хорошо, что это был не я. О, у нас чем типа закрутили хорошо, чувак, вы не заберете. Не-не, а где? Ну скажи, пожалуйста. Да блин! Вау, ойл шин! Зашибись. Идемте покупать. Слушай, ну это хотя бы приятный скин. 43 голдишки, вот это я одобряю, а! Чувак, у меня ни одного тиммейта нет, который в КД вышел. А, блин, я тоже. Ладно, все, поехали. Давай. Почти вышел, чувак, почти. Я думаю, сейчас выйдет. Давай, где ты? Я на лонгу. Упа. Я на лонгу. Одного вижу, одного не вижу. Не, прошу, ты не видишь, что вы опять меня сейчас замочите. Ай-яй-яй, это ты был? Да. Ай, больно, чувак, не надо. Да не ты, блин! Ты меня банул, хотя сейчас на ш... Опа! Ребята, кто будет член первого месяца, угадайте. Угадайте. Опа, жалко, они под тебя кинули молотов. Да они реально руинер. Вот этот чел руинер, смотри. Не будь руинером, ты перхоть. Так. Шоу у нас тут есть. Ой-ой-ой. Скинчик за 200к. Ты что, на приколе? Какие 200к? Реально скин за 200к? Так, по мелочи, так скажем. Не, боже, без рофлов, скин за 200к? Ну так, по мелочи, скин за 200к. Не, мужик, что у тебя за скин, прошу. Да не скажу. Ну, надо бы сказать. Нет, а как? Чувак, ты пипец везучий. А что у тебя за скин был? За 200к, посмотри. Реально? Пипец у нас боты, реально. А, за 200 голдишки? За 200к. Мужик, тебе так сильно не пугай. Ты говоришь, мне уже дигла у рейд хватило, а ты тут начинаешь. О, смотри, что чел пишет. Я думал, Кент бот. Вот, ребят, это вы все так пишете, думаете, что я бот. А я кибер на самом деле жесткий. А потом пишет, а оказался настоящий бот. Я думал, Кент бот, оказалось хуже. Все, не, нормально. Ребят, нормально идем, то я говорю, это каточка. О, нет, я слепой. Прошу, нет! Ну как? Справа меня еще, блин, фу, какие-то в команде. Я горжусь моими тиммейтами, потому что это моя большая семья. Блин, мне интересно, как это слоте прошло в голову. Просто интересно. Не может быть, у ТикТака есть все-таки дешевые скины. Ура! Потому что у него могла быть дорогая аркана на этом 110-й, но у него легендарка. Поэтому ура. Ты горилла. Жареная. На сковороде. Во фритюре. Ладно, все, поехали. Ой, я покушал. Ой-ой, теперь спортивная флешечка. Оп! Да иди себе в ж... Капец, опять двое. А теперь смотри, через 3 секунды будет минус кабина. 3, 2, 1. Ого. Пацан сказал, пацан сделал. Там еще один, подсказку даю. Не, мужик! Ого! Нет, мне 4 патрона! Прикинь, 4 патрона, я зарешал. Все, Абелла, все. Вот и помер дед Максим, только...
Опять не хватило 0,01 секунды. Я тебе отвечаю, опять 0,01 секунды не хватило. Ну, чувак, это нормально. Не парься, родной мой. Дорогой не, мой. Не парься. Шляпуш. Шляпусечка. Не писай. Легко сказать, не парься. Да, поехали. Давай, я тебя жду. Так. Я слышу, топаешь, топаешь. О, Богданчика снесло. О, нет. Блин, уже чудес. Еще кого снесло. Почему такие боты в команде? А кто остался? Нет, 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 нет. О, еще кого-то снесло. А где нас кент-ботка? Опа, ты до свидания. Нифига ты. По брейну. Синкапау. О, чувак. Один в один, бомба пикает, не успеешь. Я знаю. Все, не успеваешь. Да, ты уже не успеваешь. Ты уже не успеваешь, чувак. Прошу, чел. Да, блин. Еще кардикомансер покупать, зашибись. Ой, блин, ну почему нельзя хоть раз в жизни выиграть с уверенным отрывом, там, не знаю, в 3 раунда. Ничего, кардикомансер подорожал, 200 халдишки. Ох, это, конечно, жестко. Купил. Все время каждый раз, каждый гражданин, когда снимает рубрику, вот 5-5, 6-6, 7-7, а потом я проигрываю. Чувак, потому что ты бот. Ну, объективно, да? Окей, окей. Сейчас за бота будешь отвечать лично. Давай, ботяра. Вонючий, тупоголимый бот. Окей, тупо базар. Ботяра. Тупо ботиха жесткая. Уверен? Да. Окей, сюда одно. Шлепи-то сюда. Ох, нет. Не, чел, давай ты дефьюз, я тебя прикрою. Не, чел, давай ты дефьюз, я тебя прикрою. А-а-а! Не-не, прошу, прошу. А, блин, у меня... Прошу, нет-нет-нет, прошу, умоляю. Да! Да! Да капец! Да! Ты один остался, давай! Нет-нет-нет-нет-нет, отстань! Ааа, чувак, я почти попал в тебя! Это было прям очень жестко! Чувак, я всю команду кроме тебя положил, ты видел? Нормально, а я еще положу тебе! А я положу тебе болт, народ! Я заблокирую, дам ответ. Нормально, мы... Оп, один тиммейт уже спит. А как он проиграл? Как такое может быть? Это тиммейт твой. Это братишка, так скажем. Он мне не братишка. Он тебе братишка, это твой лучший друг. Ну и? Ну и? Не говорите, что вы на спину заходите. А, все? Что? А где? Да как? Это ты меня замочил! Блин, опять тебе не покупать. Сколько? 400! Дзынь. Ребята, ну что, у нас были небольшие технические неполадки. Тик-так, запретки пулял. Богдан на месте, сосиска в тесте. Оп, мизантроп. Ну нет, ну только нет, нет, не беги ко мне. Ну говорите, что это ты? Да ё-моё! Ура! Повезло. Нет, чё, повезло очень сильно. Давай! Да как? Диланчик! В рот бананчик! Мы еще выиграли, чувак, мы сейчас походу победим. Я надеюсь, это последний скин, с которого меня мочит, потому что это уже перебор! Максимальный киберспорт включен. Сейчас, ребята, я говорю, все, слива больше не будет. Очко мамонта. Погнали. Так, ребята, прямо сейчас у нас должен быть решающий раунд. Команда, собрались, я верю в каждого из вас. Just do it. Just do it, ребята, ради меня, ради семьи. Кто там дует? Что ты несешь? О, я замьютился, я думаю, что ты молчишь. Алло. Алло, ты кто? А что мы тут делаем? Да как? Чувак, давай. Тебе повезло, просто повезло, реально. Это ты был? Вот это ты? Не, лежа. Не, команда ботов, короче. За шляпиту! А теперь смотри, за шляпиту. Я тупо вынес челюху. И дайте я разфижу, мужики, дайте я. Бота вообще щелки. Мы выиграли. Мы это сделали. Блин, чел написал, что я Пепа. Слышь, ты за Пепу ответь. Ты, ну блин. Чувак, это капец, смотри на моих ботов. Они даже в КД не играют. Ну что, братик, ты проиграл свой аккаунт, а давай. Что? Какой аккаунт? Мы на аккаунте играли, алло. Алло, играли. Смотри, смотри, смотри. Два фрагментбокса. Короче, братан, на этой хорошей, замечательной ноте мы будем заканчивать это видео. Обязательно прожмите лайк, подпишитесь на мой канал, напишите любой хороший комментарий. И самое главное, мужики, 3 косарика халдишки за подписку на мой ТГ по ссылочке в описании. Переходи, подписывайся. А, кстати, да, сегодня стрим на Твиче, тоже ссылочка в описании. Всем обязательно подписаться. Всем пока-пока. Пока-пока.